Всем привет! Меня зовут Александр Торош. Год назад на конференции PHP Framework Days я рассказывал об относительно молодом фреймворке Falcon. За этот год популярность этого фреймворка значительно вырос, а интерес к нему увеличился среди разработчиков и различных IT-компаний. Целый год я работал с этим фреймворком и наработал хороший запас практических знаний, а также выложил в open source некоторые свои разработки. Я хочу поделиться с вами своим опытом, показать несколько практических приемов работы с Falcon, а также рассказать о текущем и будущем развитии этого замечательного фреймворка. Уверен, что каждый найдет для себя что-то новое и интересное. Если что-то не успею рассказать, с удовольствием пообщаюсь с вами на автопате. Также заходите на сайт PHP Framework Days, голосуйте за мою тему и оставляйте в комментариях пожелания, что бы вы хотели услышать о Falcon. Увидимся на конференции.